Сегодня время запасаться водой. Завтра с 9 утра до 3 ночи субботы ее отключат в авиастроительном районе Казани. Но не во всем. Это касается зданий на Беломорское и Челюскина. Цистерны обещали поставить неподалеку. ГИБДД столицы сообщает, что с 22 часов пятницы до 6 утра понедельника ограничит движение по улице Нариманова. Тоже не полностью. Где указано на карте. Водители просят помнить о временных изменениях.